Это страшная реальность Авдеевского направления. Вражеские дроны и обстрелы из артиллерии всех калибров. Пока что россияне не решаются снова штурмовать левый фланг окрестности Авдеевки, но изрядно гатят по нашим позициям. Пытаются разбить их, те самые позиции, до основания. Украинские герои держат там позиции еще со времен вторжения 2014 года. И несмотря на плотные штурмы оккупантов, они до сих пор под нашим контролем. Журналистка ТСН Юлия Кириенко вернулась с Авдеевского направления фронта. Ее эксклюзивный сюжет далее. Это направление считается линией фронта еще с начала АТО. И несмотря на то, что россияне постоянно пытаются его придавить, здесь до сих пор есть позиции, которые наши вооруженные силы удерживают с 2014 года. Дорога, на которой очень рискованно останавливаться, поэтому мы едем очень быстро. Вокруг сплошная военная техника и ни одного признака когда-то мирной жизни. Все стерто войной. Тут было достаточно много минометного обстрела. Здесь было достаточно много минометных обстрелов, рапиры, кассеты, РСЗО, град работало. Постоянно все работает на нашей позиции. Также быстро мы забегаем в подвал. Здесь уже хорошо видно. Мы там, где сплошная линия фронта. Населенный пункт. Населенный пункт когда-то был. Вот все, что есть. Здесь сейчас нет ни одного целого дома. Руины, да, там, где сейчас норы, когда-то были подвалы. Там, где колись были подвалы. Наши пилоты квадрокоптера без остановки мониторят ситуацию на линии столкновения. Среди уничтоженных лесополос кое-где выглядывает сожженная российская техника. Это результаты еще осенних боев во время штурма Авдеевки. Это направление было одним из тех, где оккупанты пытались прорваться и окружить город. Но их штурм провалился. С тех пор, как наши армейцы уничтожили десятки бронемашин россиян, здесь колоннами в наступление враг уже не идет. Зато пытаются атаковать дронами и пехотой. Противник постоянно пытается проводить штурмовые действия. Штурмовые действия проводят с привлечением только пехоты. Техника используется очень редко с закрытых огневых позиций. Командиры внимательно смотрят в экраны. На них черные воронки на снегу. Это следы обстрела вражеской артиллерии разных калибров. И полностью посеченные деревья лесополосы. Вокруг будто бы сплошной пустырь. Но это только на первый взгляд. Там жизнь есть. И где-то там наши позиции, недалеко от них, постоянно кружат наши дроны, чтобы заранее обнаружить движение врага и дать команду артиллерии на прикрытие пехоты. Хоть здесь и давно выжженная земля, ее все равно держат наши армейцы. Иначе нельзя, говорят они. Потому что она наша, украинская. Здесь за каждое поле, за каждый клочок, за каждый квадратный метр земли, за метр посадки идут бои, несутся потери. Личный состав страдает, страдают их родные и близкие. И что, просто сказать, что все, нам уже это не нужно, потому что здесь нет посадки? Ничего, вырастет посадка, посадятся новые деревья, обработаются поля и все будет нормально.